давайте постараемся. Когда корень языка начинаете использовать, начинается проблема. It's changing the entire perception of registers. Меняется восприятие всех регистров. Yeah. And then you kind of blocked into one position. И вы блокируетесь в одной позиции. Don't be afraid of sounds that are vulnerable. Не бойтесь звуков, которые покажутся вам уязвимыми. Потому что то дрожание, которое вы почувствуете, оно идет от того, что у вас нет правильной опоры. Все спрашивают, а что такое опора? For me, if I was to give an example, if you run down the hill, это что-то вроде, когда вы бежите вниз по холму, and then somebody says stop, и кто-то вам говорит, ну-ка стоп, and then you stop, and what are you using when you stop? Вы останавливаетесь, что вы используете, как вы это делаете? Imagine, представьте себе, как остановиться? What do you use? Что вы используете? Right. What else? Еще что? Все тело, чтобы. All my body. Good. That's what singing is about. Вот пение как раз про это. Your body, it's the shell of the contrabass, cello. Тело, это же резонатор, корпус. So we need to use it. Поэтому используйте его. If I see a singer coming on stage and goes like this. Если певец так выходит на сцену. First of all, you're not in the character. То вы не в характере, как минимум. Secondly, your instrument is not your body, it's not singing. И тело ваше не поет. Yeah. So if you're Charlotte, don't forget, be in competition or audition. Не думайте о конкурсе или об аудитории, о прослушивании. You want to go with the energy. Несите энергию. You're not going there and say, oh my God, there is the truth. Да, не надо думать, что подумать про вас. Because we think nothing. Мы ничего не думаем. I promise you. Честно, честно. We don't have an expectation of you. У нас нет никаких ожиданий. Мы же вас не знаем. So you need to talk to me and say, I'm Charlotte. Поэтому поговорите со мной и скажите мне, я Шарлотта. I'm a lady of refinement. I'm a lady that I'm suffering. Я утонченная, благородная женщина, которая очень страдает и внутренне переживает. So when you come out, you don't need necessarily. You come out if I'm Violetta, I'll come out like that. Если Виолетта, тогда, пожалуйста, уже несите себя. I'm dying inside. А Шарлотта-то внутри умирает. It's a struggle, my love. Там борьба. Isn't it? And I've been crying. Слезы. So you да, так не надо. And the problem in auditions is that you have different